Дополнительное образование новому руководителю региона в Иванове презентует Центр технического творчества «Новация». Туда Станислав Воскресенский отправился со знакомительным визитом. Центр образцовый. Здесь дети школьного возраста практически осваивают науку, технику и творчество. Учатся моделированию, проектированию, робототехнике. Занимается около 1000 ребят. В ближайшей перспективе число учащихся увеличить почти в 2 раза за счет открытия детского технопарка «Кванториум». Новация меняется раз в полгода, потому что требования рынка меняются также соответственно. И всю образовательную среду, которая у нас сейчас присутствует, мы изменили под 5 квантумов. И, соответственно, центр новаций, который вот располагается на Типографской, это некое начальное звено с тем, чтобы ребята, потом переходя на более высокий уровень, переходили в технопарк и работали реально на том оборудовании современном, которое будет там установлено. То есть это самое главное отличие. Новое здание уже ремонтируют. Открытие запланировано на будущий год. Средства выделяет федеральный бюджет. Проблем у новации нет, но есть шаги, которые нужно предпринять, чтобы развивать техническое творчество. О них и предстояло рассказать главе региона. Минимальные стоимости аренды, они будут на них. Задача СМИТа не производить какой-то продукт, а задача СМИТа привлекать молодых предпринимателей. На Руслан 10-м классе. У него тоже свои проекты. Речь идет об этом Руслане. Он в новации уже год. Пришел, чтобы научиться работать на лазерном оборудовании. Свою дальнейшую жизнь планирует связать с другой деятельностью. Но эти навыки находят перспективными. В ногу со временем, отмечает, идти важно. В основном я работаю за лазерным станком. Это станок, который умеет вырезать плоские объекты из практически любых материалов. Я в основном работаю с деревом и делаю это для себя или на продажу. Показали губернатору работу цифровой студии, кабинеты, в которых изучают роботостроение. Станислав Воскресенский остался доволен увиденным. Родители ивановских школьников это мнение разделяют. Поэтому перед началом учебного года здесь всегда очередь из желающих стать частью новации. Пока мощности не позволяют принять всех. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.